Мы с вами приехали в отель Rixos, который также находится в Хургаде. Так что это один, наверное, сегодняшних и самых премиальных и, наверное, высоких в цене отелей. Но сейчас мы с вами посмотрим, за что здесь стоит заплатить эти деньги. Ну, во-первых, друзья, это сервис, персональный подход. К вам сразу подходят, разговаривают, провожают и так далее. То есть, ну, плюс, конечно, ремонт, дизайн – это тоже немаловажная часть. Поднялись в панорама, это парк, соответственно, с классным панорамным, естественно, видом. Можно посидеть как здесь внутри, так и, соответственно, на улице. Даже есть, например, такая услуга, как, говорится, прокат лошадей. То есть есть лошади здесь, и можно с ними пофотографироваться, покататься, поплавать даже, да. Вот даже такие здесь услуги есть, поэтому невероятный отель и много чего интересного здесь есть. Так, ну как у нас все здесь выглядит? То есть у нас здесь есть ванна, отдельная комната для персонала, если вы кого возьмете. Большая, соответственно, гостиная с большим столом. Вот такая гигантская. Здесь можно классно разместиться. Плюс, естественно, у вас есть свой персональный выход к бассейну, как вы поняли. И это еще не все, друзья. У нас еще с вами есть спальня. Вот такая. Соответственно, вот такой кабинет, сразу переходящий еще в одну спальню. Так что вот такое у нас крутое размещение, ну, соответственно, душевая комната. Thank you.